перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем доброй ночи, всем здрасте, всем привет. Толь, ты прав, да, надо было спать. О, Руслан, привет. О, Мироша фан, привет. Мне кажется, тут сейчас 11 фанов Мироша и Руслан. Вот, да, всем здрасте. Я Мироша, фан. Чё, не сплю? Бля, вот сам пытаюсь, короче, понять. Но не понимаю. С ноутбуком все нормально, да, короче, заработал, все хорошо было. Я просто чуть-чуть пересрался. Но это было по делу. С другой стороны. Так, да. Машу пиздец всем. Вот так вот. Как миллион поделишь? Блин, хорошо, что миллион — это простое число и делится только на единицу и само на себя. Значит, можно миллион людей счастливить рублем. Просто выходишь такой в центр Питера и говоришь: на рубль, братан. Человек говорит: ух, пиздец приятно, ебать. Так. По поводу Палмдропова, что скажу, очень милый молодой человек, очень хороший, очень смешной. Мало ты норм на миксе пизжи, ну что поделать. Да, ты какой-то заебанный с виду, не можешь заснуть. Нет, могу заснуть. Да я, короче, не знаю, в чем смысл эфира. Чтобы, короче, рэп-перископ, вот эти вот на этом каналы, такие типа: о, давайте выложим. А выкладывать там даже нехуй. То есть такой небольшой спойлер, этот эфир на 5-10 минут. Вот. По-твоему, Бови заслуженно победил. Вот и тайм-код подъехал для рэп-перископ. Обсуждаем батл Бови Палмдропов. По мне так, да хер знает. Но мне кажется, там 2-1 кто-либо из них победил. Мне чуть больше зашли панчлайны Палмдропова. Потому что мы с ним уже договорились миллион поделить. Сходим в KFC, когда фрешблат возьмешь. В мой, в KFC, надеюсь, да, сходим. Я тебе дам сколько? Сколько там электричка стоит Краснодар-Ростов? 250 рублей. Я тебе дам, приедешь, сходим. Майлз, здорово. Майлз, нет, махать не буду. В пизду. Блять, как тяжело вот это, нахуй. Двигать, когда тебе не хочется этого делать. Второй раунд уже прошел, если нет, то когда? Ну, это ж ты что, это ж информация, блядь. Я, короче, ну, типа реально кровью, блядь, хуярил. Бумажку подписывал, не могу. Пим, не знаешь, какой дальше батл будет? Вам же дали, короче, подсказку. Очень такую, блядь, в лоб. В твиттере Оксимирона посмотри. Почему на батлах ФБ нету батла, когда уже будет серьезный батл? Да нет, кстати, не согласен. Мне кажется, что Версус вообще, типа, продвинулся в сторону. Ну вот, типа, в этом больше батлов уже, чем, допустим, в прошлом сезоне. Если не брать в расчет, там, 2-3 участников. Так. Няшка. Да, базар, нолик. Я хоть час приеду. И уедешь сразу. Потому что я вообще-то занят делами. Так.
Мирону привет передавай. Зачем тебе это нужно? Такое нельзя говорить, блять, второй раунд. Блять. Сука, я ненавижу, блять. Что с тобой не так, сенсор? Тупой. Сенсор, как правильно говорить. Второй раунд в это воскресенье, Бен просто не может сказать, я за него тут. Блять, получается, что я это сказал. Ах ты хитрая жопа, блять. Что думаешь по поводу Парагрина? Думаю, что я бы с ним провел месяц на необитаемом острове. Не кажется ли, ты нескольких персонажей на ФБ вообще не переносишь? Не, переношу всех. Окси, делай ты себе то, что не смог сделать из упрямо. Нормально пиздишь, немало. А, как написать хороший панч? Это вот у 1347 спроси. Так. Объясни систему батлов ПЖ. Есть система очков. Когда... Короче, я так понял, что скоро там будет этот объявление какое-нибудь. Такое. На в подъезде у тебя прочитаешь. Там завесу раскидают. Ну реально будет. Как тебе фиша Лиги 1? Хорошо. Мне понравилось. Я бы хотел побывать на этой встрече. Ну хуй мне. Плавал. Как это сказать-то? Антон за Б. Помахать Антону за Б. Да нет, пизду. Раз уж никому не машем, то и Антону за Б. Хуй, блядь. Так, Райт Раунд или Спаситель? Ну, мне кажется, Райт Раунд там что-то... Ну, вообще, какие-то злые. Вот. Ну, короче, что с ними не так? Не могу понять. Здорово, братишка, что как оно? Хорошо. За Б. Гоф Фифу. Блядь, можно один-два мальчика скатать через минут 10-15? Больше не могу, там надо тоже по делам. Ну, можно, да. Скучно. Бля, вот да. Ну, не то, что... У меня есть дела, типа, да. Ну, что-то вот есть, да, какая-то хуйня. Вот, знаешь, висит она надо мной. Чёрт, мой не висит. По поводу Парагрина, что думаешь? А что можно думать о человеке, который дважды Урбанию выиграл? Либо хорошо, либо ничего. Охуя, 25 человек, 3 часа ночи, раньше 8, было 15. Ну ладно, уж тебе, блядь, 15 не было никогда. Может, было. Ну я вот, да, специально, ну как специально, я вообще эту трансляцию не планировал, просто, знаешь, вот, сижу такой, думаю, на хули нет. Вот, ну просто, да, вот это днем там, знаешь, я за хайпом не гонюсь. О, бля, ты ж послезавтра прилетаешь уже, да? Спасибо, Антон, что рассказываешь всем, когда я прилетаю. Гофифу, да, 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 сыграем сейчас, этот, спишемся, слепой, пиздец. Будешь 1 июля на РБЛ, напиши вон Антону Забе, чтобы он мне оплатил билеты, желательно самолет. И там еще, короче, 250 рублей докидываешь, и тебе сэндвич, короче, дают. Вот только на таких условиях. Это что, тупой? Владос, больше не забудешь, что плю за тебя. Ну, я не могу тебе точно сказать. Ну, да знаешь, приложу усилия. Гострим фифу, не, какие нахуй стримы. Чувствуешь себя медийной личностью? Не знаю. Чувствую себя, ну, внимание определенное чувствую. Но, блин, по телевизору меня не показывают. Нихуя себе, какой развод на махание. Пошли фифу, блядь, да в смысле? Или я настолько, короче, это... Коломойский тварь на работу устроился. Фем, плиз, добавь меня в инсте. В смысле, добавь. Госсовами. Ты, блядь, ты забай, это вообще ты или... Мне кажется, короче, что... Это какой-то, блядь, наебщик ебаный. Сейчас мы посмотрим. Так. Задержка большая, да? Я... Пиздец, конечно, я тебе поверил вот так вот с одной буквы, нахуй. Я лишь не скучу. А, ну то это, тогда это ты, да? Он. Ну вот, нормально. Блин, а как тебе? Кинь запрос, короче. Что-то мне не удается с тобой соединить. Или нахуй тут, короче, просто... Фифу. Да хотя вот ты тоже, конечно, нахуй не подбиваешь. Нахуй мне твоя фифа. Бля, кокаиновый голубь, пиздец. Не, это... Сейчас не только ты так можешь уже говорить.
Почему Ник Пейм? Есть история или просто ебанул такой? Есть история, как я просто ебанул такой. Причем, блядь, ебанул себя. Влад, если команда Смоки не наберет почти очков, есть вероятность, что вас заставят между собой батлить? Я так вот думаю, что скоро это вам объяснят. Сможешь запанчить меня? Ну, я могу, типа, нахуй послать. Это же тоже своеобразный панчлайн. Типа, знаешь, ну пошел ты нахуй, там вся хуйня, это просто фамилия сменила. Как это делать? Блин, короче, как-то вот нахуй делать. По-моему, знаешь, что тебе нужно, короче, говорят, выйти, ну, то есть сейчас с трансляции и зайти, и там появится сразу кнопка попроситься, типа, вот. Перезайти, да. Кому перезайти? Тебе, Антон, тебе. Да, давай, что нахуй, блядь. Кто конкретно не нравится из команды Смоки? Да мне все нравятся. Нормально все. Тебе, Антон, блядь, тебе. Пиздец, он перезаходит, короче, на трансляцию уже минут 40, наверное. Но я, правда, все равно не уверен, что это все сработает. О. Ну да, пока там за Б. У тебя не появляется кнопка. Ну сейчас давай тогда подожди, короче, минут 3-5. И пойдем в фифу поиграем. Если бы забатывал Стерепсон, смог бы вынести. Да, я бы его 8-0 бы выиграл. Импорт. Ты че, Антон Кутузов? Ты видел, блин, этот? Три ночи ты тут импортозамещение пишешь. Тоже думай. Я хочу эфир с тобой. Это как эта песня у Фараона. Я хочу быть с тобой. Быть с тобой. А, слушай. Блин, ну можно, конечно, попробовать. Чат пролистать вверх надо было. Не, там не он отправил. Увлекаешься футболом, если за кого болеешь? Да, за Челси болею. Блять, ёбаный за Б. О, он тебе, да, Кутузов уже хуярит за Челси. Я хочу быть с тобой одним целым. Я нахуй тыкаю на Антона за Б. Но я случайно отправил трансляцию к Оксимирону. Но он завтра посмотрит на rap-periscope-mike.ru или ком. Рад, что в команде Окси. Да. Доброе утро, Алиса. А чё, уже утро? Пиздец. Вот так вот ты узнаешь, что уже утро от Алисы Стура. Всем здрасте, привет. Блять, этот, что он там заткнулся? Чекал трек миксе, да, чекал. Ну так, если честно. По-моему, предыдущий у него что-то прикольнее был. А может, в финале фрешки замутят батл менторов? Ну да, я, знаешь, если выйду в финал и скажу, я отказываюсь, типа, Оксимирон. Этот. Покебол так хуйнул там с Оксимироном. И все. Первым новым песню от души. Согласен с счетом 3-0 в пользу Боби? Не, мне кажется, 2-1. Госходку в новую Уренгой. Да, слушай, давай через 45 минут. Какая улица в теории может быть? Ну, Садовая, наверное, улица есть, да? Или Пушкинская. Пушкинская, точно. Пушкинская. Какие номера точность? 2. Пушкинская 2. Там сходка. .org. Где не пожалеешь, бро. Вот, точно, да. Вем, когда станешь Маркулом? А, Маркулом. Это точно, да. Это точно Маркул. Не знаю, пока как-то, блядь, все в тихом омуте. Кукурам, Байрам, ты что делаешь? 2-1 в пользу кого? Кого-то из них. Не знаю, мне, допустим, в зале мне показалось лучше был Бови. Но 2-1. А на видосе мне больше понравился Палм Дропов, но тоже 2-1. Пьем, как Ливерпуль тоже тащит в финалах. О-о-о. Да, блядь.
С каким интервалом идут съемки релиз батлов, если они все говорят, да хуй знает, не знаю, месяц, полтора, может, чуть меньше. Доброй ночи, добрый. Йо, как ребята, после проеба, удачи, ты и Микси, мои фавориты. Да, хуй знает, как там, ребята. Спасибо. Палмдропову связать бы панчи, чутка напора идеально. Палмдропову бы это, выпить-то, ёпта. Короче, ебал я от кнопки. Ну, я тоже так что-то ебался. С сектором мы тогда хотели эфир. 500 раз перезашел. Блять. Чат пролистать надо было. А, это ему надо было или мне? Здрасте. Блять. Ну, можно попробовать, короче. Слышь, что, Антон? Только давай ты напиши там, типа, да, ок, сейчас сделаем, окс, да, напиши. Типа, ты можешь начать трансляцию, а я попробую к тебе подключиться. Или же мы можем просто пойти и там матчик скатать в фифу. Смотри сам. Мне, в принципе, похуй. Мне главное, что минут через 20 уже я срулю с любой тусовки с тобой, братан. Потому что так там и скоро все равно будем тусить. А, чат двигается, я такой сижу, такой думаю, о, пьем, как научиться батлить. Ну, для этого надо, знаешь, ли батлить. Че, не спишь, жрешь, блядь. Нет, я такие топовые шутки, как у тебя, пишу. С кем бы забатлил свои команды, ни с кем. Винду переустанови за Б. У меня появилась кнопка. Ну, блин, скооперируйся там за Б. Как думаешь, Микси разъебал Брагин? Он выиграл 2-1, да. Следующий батл Джон и Парагрин. Как думаешь, кто возьмет? Не знаю. За Б включаю свой эфир и приглашаю Ладу. Короче, да, там вот Дебенки. Приветствую, все придет через опыт, да. Ходишь в зал, да. С кем следующий батл говорить не могу. Так что, короче, этот... Окс, блядь. Куда? Я что-то запутался. Хотел бы Окси забатлить? Не. Я крутой, спасибо. Я согласен на 100, наверное, процентов, да, с этим тезисом. Ведь рука вот дрожит. Ты не дрожи, блин. Она тут просто. Вот. Смотрел Кащенко, как тебе? Ну, так. Не, ну, прикольный клип. Ну, песня, я не понимаю. Как прокачать свой батловый стиль? Заебал, передай привет Дыбенко. Какой ты грубый. Все, за эфир начал. Ну вот, все, я попробую, короче, подключиться туда. Если что, там, заходите туда. Вот. А если не получится, то я думаю, что мы увидимся с вами в инсте. Да, не знаю, как-нибудь. Ну, через недельку я так постримлю. Нормально прям. Вот, так что давайте, короче, к ЗБ пошли.